Автомобиль Volkswagen Polo Sedan даже не за красивые глаза, а просто за улыбку. Точнее, за фотографию, где вы улыбаетесь. На телеканале «Рифей Пермь» стартует уникальная акция. Никаких заданий, жюри и конкурсного отбора. Условия участия в акции таковы. Один участник, одна фотография. Второе. Улыбайтесь и соответствуйте теме акции. Ваша фотография должна быть именно портретом. Не пейзажем, где человек едва заметен, а именно портретом. Третье. Фотография должна быть нормального качества. Чем четче, тем лучше. Четвертое. Фотография не должна содержать никаких надписей. Исключение – дата съемки, которую ставит автоматика некоторых фотоаппаратов. И пятое. Никаких рамочек. Коллаж из нескольких фотографий или с добавлением каких-то декоративных элементов тоже не пойдет. Мы решили провести такую нестандартную акцию, никого не заставлять делать что-то очень сложное, отвечать на какие-то сложные вопросы, слать смс-ки, покупать что-то и так далее. То есть мы просто просим пермяков улыбнуться. Новогодние праздники прошли, холодно, пасмурно, всю дорогу темно. Мы решили создать повод для хорошего настроения. То есть пермяки, улыбайтесь. Алгоритм простой. Заходим на сайт rifei.ru, заполняем анкету. Вместе с фотографией направляем ее в телекомпанию по электронной почте или любым другим способом. Контакты сейчас на ваших экранах. С 3 февраля в вечернем эфире с 19 до 20.00 вы сможете увидеть ваши фотографии. Каждую пятницу, 7 февраля, будут проходить промежуточные розыгрыши подарочных сертификатов на 10 тысяч рублей одного из магазинов бытовой техники и электроники. Главный приз будет разыгран 26 марта в вечернем эфире. И тогда наверняка вдруг облака, конечно, не запляшут, а вот тот, кто выиграет этот автомобиль, от радости станцевать точно захочет. Юлия Алеева, Андрей Соловьев, телевизионная служба новостей. Спонсор акции Volkswagen Центр Пермь.